Первый диалог Украины и России на официальном уровне. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещицев встретился в формате тет-а-тет с российским коллегой Сергеем Лавровым. Это происходило в Гааге, где сегодня открылся ядерный саммит по безопасности. Перед встречей Дещицев в разговоре с журналистами сказал, что надеется встретиться, чтобы установить диалог, обсудить как мирными средствами, урегулировать мирный конфликт, а также пошутил, что даже хотел бы выпить водки с министром Лавровым. И добавил серьезно: надеюсь встретиться для подальшего сотрудничества. До этого я с господином Дещицевым в его нынешнем качестве не встречался, он попросил о встрече, и мы обсудили текущие дела и в том числе задачи, которые, по нашему мнению, необходимо учесть в преодолении внутриукраинского кризиса. Это дело прежде всего самих украинцев.